Официально купальный сезон начался еще 1 мая. Однако погода в первой половине месяца не баловала теплыми солнечными днями, а значит, повода пойти на пляж не было. Несмотря на этот факт, сотрудники санитарно-эпидемиологических служб, освотовцы и коммунальники зоны отдыха начали готовить с мая. В итоге сегодня все обустроено к появлению первых любителей солнечных и водных ванн. Кабинки для переодевания установлены, информационные стенды ждут сознательных читателей, а прибрежная полоса радует чистотой и порядком. На сегодняшний день все пляжи уже сданы в эксплуатацию, прошли комиссии администрации Ленинского, Московского района. На балансе города 5 пляжей. Это Красный двор, это Восточный, пляж, где мы находимся на набережной, Грибной канал и центральный пляж. Также специалистами проведено экологическое обследование пляжей. В настоящее время клещей не обнаружено. Проведен отбор проб воды на соответствие нормативным документам. Вся вода соответствует требованиям нормативных документов. В настоящее время купаться разрешено. Кроме того, специалистами центра в период купального сезона будет продолжен мониторинг еженедельный санитарного состояния пляжей с отбором проб воды на соответствие требованиям нормативных документов. Хочется напомнить и предупредить, что купание в неразрешенных местах является угрозы для инфекционных и паразитарных заболеваний. Не менее обстоятельно к купальному сезону подготовились и сотрудники освода. В арсенале у людей в оранжевой форме плавсредства, а также водолазное снаряжение. На помощь спасателям также подоспели и сезонные матросы. Именно они будут следить за безопасностью отдыхающих на воде. Акцент на детях. Большинство родителей на работе, дети остаются одни, начинается пора каникул. Естественно, куда этим детям идти? Они идут на водоемы. Как бы по нашим правилам, естественно, что детям до 14 лет запрещено одним находиться у водоема. Но как бы мы делаем исключение со скидкой того, что мы понимаем прекрасно. Если мы этих детей отправим с пляжа в жару, естественно, они найдут другой водоем, где не будет ни спасателей, ни людей. Вторая категория риска – традиционно отдыхающие в состоянии алкогольного опьянения. Как правило, ежегодно почти 90% взрослых тонут, купаясь в нетрезвом виде. Пляж – это, ну, люди должны дойти в конце концов, что это общественное место, что распитие спиртных напитков, в том числе и пива, как оно звучит в новой программе Совета министров, пиво тоже запрещено на пляже. То есть, соответственно, потому что, ну, мы сами понимаем, что у нас при утоплениях, которые происходят именно во время отдыха, 80% в нетрезвом состоянии люди тонут. Правил безопасного поведения на воде не так много. Выпил – не ходи на пляж. Захотел покататься в катере или лодке – надень спасательный жилет. Плохо плаваешь – не заплывай далеко от берега. Соблюдение этих нехитрых рекомендаций может предотвратить несчастный случай. Ведь, как известно, вода ошибок не прощает.